Приветствую вас, дорогие мои творческие друзья! Сегодня у нас небольшой обзор товаров для магазина Ларнелия, ссылочку на который я оставлю под этим видео. Итак, товаров у нас набралось очень много, и мы начинаем с вами этот коротенький обзор. Начнем с самого интересного, конечно же, из серединок для канзаши, для бантиков и цветочков. Вот такие красивые серединки в серебряном и золотом оформлении. Вот такие они изнутри, интересные. Большая овальная жемчужина, полужемчужина, скажем, в обрамлении стразов. Вот такая красивая вещица. Размером 2,5 на 3 сантиметра. Вот такие красивые серединки. Дальше у нас идут вот такие симпатичные ромашечки солнечные в виде радуги. Посмотрите, какая красота. Это акриловые серединочки. Опять же таки 2,5 сантиметра, даже скажем 2,7 сантиметра в диаметре. Очень красочные, красиво подойдут на любой бантик для наших девчушек. Не правда ли? Очень красивые, яркие и красочные. Еще вот такие акриловые серединки, как видите, радуга в разных оформлениях. Вот такие красивые, оригинальные, как нельзя. Лучше подойдут, опять же таки, к бантикам. Серединка цветов, я не думаю, что она будет хороша, а вот к бантикам как нельзя лучше. Здесь разные размеры. Возьмем, скажем, 2,7 сантиметра, опять же таки. Самая большая достигает 3 сантиметров. Ну и маленькие 2, 2,2, 2,3 сантиметра. Вот такие вот оригинальные радужки. Еще одни акриловые серединки в виде единорожка. Посмотрите, какие они все симпатичные. Розовые, желтенькие, фиолетовые и салатовые. Вот такие симпатяшные единорожки, которые также, несомненно, украсят бантики для ваших девчушек. Следующие серединки, которые я хочу вам показать, это вот такие симпатичные овальные. Овальные стразы в обрамлении вот таких интересных бусинок золотистых. Снизу они тоже металлические. Взяла их немного для продажи, так как они не чистый овал, а вот немножко с такими стразиками, как будто бы веточка. Не знаю, будут пользоваться спросом или нет, но тем не менее они подойдут как для бантиков, так и для серединок цветочков. Следующее, что я вам хочу показать, вот такая красота в белом, опять же таки, и в золотистом оформлении. С розовыми и белыми капельками. Очень красивые. Размер у них 1,7 на 2,1 сантиметр. Скажем, на 2 сантиметра. Вот такая красивая тоже серединочка. Очень оригинально сделана. Большой страз посерединке в обрамлении стразиков мелких и еще
Вот это основа, которая выступает немножечко, опять же таки сделана в виде бусинок миленьких. Очень красивая серединка, точно так же и беленькие. Такие же капельки, но меньшей формы, тоже очень оригинально смотрится, но размером они поменьше. По длине они 1,5 сантиметра и 1,3 сантиметра по ширине. Также они, как видим, на металлической основе. Такие же овальные серединки маленькие, но уже в серебряном цвете. Их я взяла побольше. Все-таки белый цвет есть белый цвет. Он смотрится намного оригинальнее. Ну, вот такие небольшие капельки. Размером они также 1,3 сантиметра. Ну и по длине с веточкой 2,8 сантиметра. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такие симпатичные серединочки в виде гроздочки винограда в желтом исполнении с изнанки. Очень оригинальные их. Они все в стразах, как мы видим, полностью заделанные в стразах. Очень красивые. И также по типу этого тоже вот такие красивые гроздья винограда, но уже с ушком. Можно их даже носить как подвесочки, ну или сделать подвесочку к вашему бантику. Тоже все в стразах. Очень красивые. С изнанки точно так же желтенькие. Также есть у нас сегодня вот такой красивый браслетик по типу Пандоры. Здесь есть и фламинго, и совушка, подковка. То есть этот браслетик на удачу. Четырехлистный клевер, как мы знаем, все это приносит удачу. Также улиточка и слоненок. Ну и здесь надпись «I love you». Несколько вот таких перемычек, которые очень дополняют. Это будет есть в разных цветах. Здесь пока в желтом, есть в сиреневом, фиолетовом и розовом. Вот такой оригинальный браслетик по типу Пандоры. Также вот такие миленькие и маленькие миниатюрные заколочки трик-трак. Длина их составляет 3 сантиметра и ширина 1 сантиметр. В наборе 12 штук. Очень миниатюрные и симпатичные. Ну и последнее, что у меня осталось показать вам, это вот такие красочные обручи. Обручи, сейчас они очень актуальны, они в тренде. Вот такие объемные красивые обручи, которые сделаны из бархата. Очень аккуратно сделаны и, конечно же, очень красиво смотрятся как изделие на голове. Есть разные цвета, как видим, очень красивые, яркие, насыщенные и объемные, пушистенькие, очень красивые и совсем даже недорогие. Так что, дорогие мои творческие друзья, я закончу на этом свой обзор. Заходите в магазин Ларнелия, ссылочку на который я оставлю под этим видео. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Всего вам доброго и до новых встреч!